в течение 2-3 дней мы подготовим письмо в адрес суда. Будут определены специалисты, которые будут участвовать в судебном процессе и определять после ознакомления с материалами дела наличие ущерба и его размер для муниципального образования. В течение 3 дней мы этот вопрос урегулируем и закроем. Так а был запрос первый? Значит, с запросом сегодня мы разобрались. Был запрос, он был отписан напрямую, поступил в адрес Тюхаева, заместителя главы. Вот, сейчас мы эту ситуацию разберем и подготовлен проект ответа. Вот, и я его подпишу уже с точки зрения своего видения и своего мнения. Тюхаев вас не проинформировал? Меня не проинформировали о поступившем запросе. Кто будет представителем администрации в суде? Ну, по администрации, я думаю, что это будет правовое управление специалист и специалист от ТУПСа. Все корректно? Скорее всего.